Доктор Стальной. Итак, секунды. Он должен сближаться. Он должен прессингом, психологическим прессингом сейчас находится. Спокойно, Саня, спокойно! Большой мастер. Для Кличко очень важно выдержать вот эти первый раунд. Совсем лишнее было, я так думаю. Смотрелся в действиях Поветкина еще. Сейчас Кличко, она, в общем-то, должна привести к успеху. Вес в 109 килограмм на себе. Такая тактика приведет к сильной усталости, я так думаю. Вот что такое левая рука в Кличко. Чуть бы пониже, я боюсь, плохи. Кто уже откровенно выцеливает противника. Исходное положение, видите, для атаки. Потому что все-таки похитрее надо под самые 10 сантиметров, о котором мы с вами говорили. Знатоки, специалисты и прочее, он в общем... ...бы ему, Саше, делать мягче. Защите Кличко. Захваты. Но Кличко, как видите, защита... ...стоимость в действиях Поветкина. В этом все дело. Психологический прием, скажу я вам, в силовой борьбе. Часто но, как видите, как говорится, для танка нужны два партнера. Роста нет. Особенности телосложения. Но мы помним, как после его ударов подлетали такие верзилы. Саживается перед атакой. Либо навалит. Ни малейшего желания у Александра обмануть, что Кличко должен включить. Нужен упор. Предсказуемо Саша идет вниз. Противника измотать. Я не знаю, это был, наверное, со стороны Кличко. Да, попал, кажется. Держит, цепляется. Здорово рассчитал Кличко свои силы. Но это уже просто избиение. Остановит бой рефери.
Ну, жуткое напряжение. Сычко будет действовать прицельно. Вот как сейчас. Удар справа. Ситуацию. Сычко успешно. Усталость. И вот как раз к концу. Вот в этих трех последних раундах и делает его. Кличко сейчас просто постреляет всех предыдущих схваток раундов. Не сработало это. Провел в роли второго номера. Повторяется как бы одни и те же. Ничто не может вывести Кличко. До сих пор так ни разу не удалось зацепиться Александру. И к привязанности к этой самой тактике. Вот что лишает успеха Александра. Да, поверьте, попытка последнее дело. Полагаю. 8. Полагаю, переводить не надо.